В североказахстанском филиале партии «Аманат» прошел прием граждан. На вопросы жителей отвечали медиаторы, юристы, депутаты городского и областного маслихатов. Камиля Хамидуллина с подробностями. В преддверии нового учебного года областной филиал партии «Аманат» провели прием населения «Кхоктокумек». Мероприятие организуют два раза в месяц. В этот раз его посвятили вопросам защиты прав детства и подготовки к школе. Сегодня большая часть вопросов будут касаться сбора детей в школу. Это обращаются многодетные семьи. Один из студентов обратился с вопросом установления в его удостоверении фамилии и отчества. Он родился в Арабских Эмиратах, но в данный момент проживает в Казахстане. Хотел бы, чтобы его удостоверение было согласно стандарту. Всего с вопросами обратились более 20 человек. Среди них Сивиль Алиева. Она одна воспитывает 5 детей. Старшему ребенку исполнилось 16 лет. Самая младшая в этом году пойдет во 2 класс. Жительница обратилась с просьбой помочь подготовить ее детей к школе. Если берем ребенка в школу, которая была объявлена 12 августа нашей партии, и все списки пока еще формируются. Есть затруднения, конечно. Не говорю, что не работаю. Работаю. Ради детей, конечно, это все. Хотелось бы, конечно, самой обеспечивать, мне ж обеспечивать, все делать, но не получается где-то что-то. Я поэтому обратилась, мне сказали... Рассматриваем. Ну, будем надеяться. Акция «Дорога к школе» в партии «Аманат» объявили 12 августа. Списки нуждающихся пока формируются. Сивиль Алиевой обещали помочь. Камиля Хамидуллина, Анатолий Беланок, служба новостей.